Доброе время, уважаемые друзья! Сегодня меня пригласили на портал «Успех вместе» экспертом в области кризиса, то есть для того, чтобы ваш доход вырос. И меня зовут Андрей Шаура, я сегодня вас всех приветствую и благодарю всех партнеров портала «Успех вместе» за доверие. Первая часть, которая называлась «Что делать в кризис?», вы ее можете посмотреть в Ютубе. Вот здесь среди 6 миллионов просмотров и запросов на эту тему этот тренинг занимает первое место. Вы его можете потом посмотреть, я вам дам ссылочку отдельно. А сейчас давайте с вами обсудим ситуацию, которая находится уже сегодня. Состоялась которая ситуация, и обсудим ряд важных моментов. Сначала хочу вас всех поприветствовать. Вы смотрите прямой репортаж с Байкала. И, пожалуйста, напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Я вижу, здесь присутствуют Литва, Россия, Украина, Израиль, Белоруссия, Америка, Киргизия, Молдавия, Румыния, Финляндия, Ирландия, Англия, Таджикистан, Узбекистан, Италия, Сербия, Германия, множество регионов, Кипр, Россия в большом количестве представлена. Десятки регионов, совершенно разные люди. Но проблемы одни, трудности одни. И в первой части, которая вот на сегодняшний день уже состоялось, что делать в кризис в 2015 году, идеальное решение. Мы говорили немного о психологии, мы говорили о том, что происходит на сегодняшний день в мире, за счет чего сегодня манипулируют людьми. А сегодняшняя лекция, она будет маленько другой, она будет отличаться. Мы будем говорить про разные компании, мы будем говорить про разные возможности. И давайте с вами сейчас начнем. Все взяли ручку? Обязательно должна быть у вас ручка, ежедневник. Вопросы по встрече задавать нельзя. Будет специальный блок в конце, где вы сможете задать вопросы. Встречу еще раз напомню, для вас проведет ваш друг Андрей Шаура. Это мой наставник Брайан Трейси. Я являюсь сертифицированным тренером в области успеха. Мы проводим разные тренинги и курсы по увеличению ваших навыков и дохода в кризис в 5 раз. Мы помогаем людям увеличить доходы в любом виде бизнеса. И сегодня мы поделимся рядом секретов, фишек именно в области выбора наилучшей компании для сотрудничества на сегодняшний день. Итак, смотрим на экран. Что сегодня происходит вообще в мире? Давайте посмотрим пресса. Пресса пишет, смотрите, о том, что разные санкции, вот мы здесь видим, разные санкции, чиновники попадают, страны попадают, какие-то переговоры, кто-то летит с миром, какие-то встречи разных президентов, обвал каких-то рейтингов, уменьшение добычи нефти. Вот куда ни глянешь, да, НАТО угрожает с обсуждениями. Все говорит о том, что какие-то войны, какие-то падения, какие-то кризисы, какие-то обстрелы, люди недовольны. Почему? Потому что есть в мире ряд коалиций, которые на сегодняшний день создают ряд условий, чтобы был обвал на рынках, были войны, и за счет этого кто-то зарабатывал. Естественно, 90% людей на планете будут жить из-за этой ситуации беднее. Это надо понимать. Далее, что мы видим? Мы видим, вот заходим с вами, динамика курса валют. Здесь мы, например, смотрим, курс рубля ведет себя нестабильно. Мы видим, что падает, растет, опять падает.
За сутки на 3 рубля поднимается, смотрите, доллар по отношению к рублю. Вообще это нонсенс, да, но это факт. 3 рубля за сутки, это просто невероятно. Далее что мы видим? Нефть падает со 100 баксов за баррел до просто невероятного предела 47. Потом тут барахтается, опять поднимается, опять падает. И опять непонятная какая ситуация. Что это значит? Это значит, что для жителей стран СНГ, России и кто говорит на русском языке, пришел большой кризис. Ну, на самом деле он пришел, может быть, многие еще это не заметили, но в ваших магазинах выросла продукция, на многих заправках выросло топливо, бензин, дизель, газ вырос на многих заправках, несмотря на то, что нефть упала. Люди сегодня теряют работу в области туризма, в области менеджмента, в области банковских услуг. Людей сокращают сегодня на заводах, в классическом бизнесе у людей закрывается бизнес, потому что кто сотрудничал с китайскими компаниями, кто сотрудничал с германскими компаниями, кто сотрудничал с американскими компаниями, у них у всех одна проблема. Смотрите, какая проблема на рынке образовалась у тех людей, кто сотрудничал с, допустим, китайские компании, допустим, германские, допустим, американские, международные. У них у всех одна проблема. Жители России, Россия, СНГ, получается, получили очень серьезный обвал валюты, и за счет того, что китайские, европейские и международные компании работают от евро, юаня и доллара, то продукт вот здесь, допустим, стоил в точке А 50 рублей, а сейчас он уже стоит вот здесь в точке Б, не 50 рублей, а примерно где-то получается 115 рублей. То есть продукт вырос не в два раза. Смотрите, был допустим, паста зубная стоила в китайской компании 50 рублей, стала стоить 115 рублей. Допустим, парфюм в германской компании стоил 5000, стал стоить 10 тысяч. Кто-нибудь понял, о чем я говорю? То есть выросли продукты этих компаний на рынке. Машины выросли в цене. До смешного. Просто до смешного. Новая Камри. Немного запыжованная. 1 900 000. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтоб новая Камри стоила 1 900 000, немного напыжованная? Крузак, ребята, стоит в салоне от 5 до 7 миллионов. Ну это смешно. Крузак от 5 до 7 миллионов. Ну просто представьте себе. Фирмы разные. Hyundai там и так далее, и так далее. То есть цена выросла на все. На машины, на пасту, на БАДы, на витамины, на порошки. Вы вообще представляете, что происходит? И, естественно, люди, которые управляли бизнесом, кто это такие? Сетевики, топ-менеджеры, лидеры разных компаний. Их чек изрядно просел. То есть они потеряли доход примерно в 5-10 раз на сегодняшний день. Вот были сводки недавно по январю. Напомню, сейчас идет февраль. По январю доходность лидеров разных компаний, неважно как она называется, хоть Amway, хоть Oriflame, хоть китайская компания, хоть европейская компания, хоть американская компания, доходы упали в 5-10 раз. Лидеры в шоке, потому что продукты их компаний никто не берет. Женщины думают о детях, думают, чтобы дома был хлеб.
последние деньги тратят на еду, а не на какие-то там причуды международные. Кто с этим уже столкнулся, кстати, из вас? Так вот, в момент кризиса запомните выражение, что кто-то зарабатывает, а кто-то беднеет. Кризис, он ведь не случайно делается. Кризис – это возможность. Кризис – это возможность. И в момент кризиса кто-то увеличивает свои доходы, а кто-то теряет свои доходы. И вы сегодня, кто находится на портале «Успех вместе», имеете уникальную возможность. Какую возможность? Именно возможность увеличить свои доходы. Потому что, зная психологию, зная определенные моменты, вы можете это создать. Вадим, с чем вы не согласны? Напишите развернуто, с чем вы не согласны. Вы не согласны с тем, что кризис – это возможность? Вы не согласны с тем, что в момент кризиса можно заработать деньги? Друзья, мы все взрослые люди должны понимать, что возьмите историю, изучите историю, и в любой период, когда был кризис, часть людей становилась беднее, часть людей становилась богаче. Вот это мы должны с вами осознать. Вадим, я совершенно не говорил о том, что перестают брать продукцию компании Amway. Я говорил о том, что ее стали брать меньше, потому что она стала... И не речь не шла о компании Amway. Речь идет о том, что уменьшились продажи. И поверьте мне, если я уж говорю об этом, то это 100%. В январе в компании Amway продажи не увеличились. Это 100%. Нет увеличения продаж в компании Amway в январе. Товарооборот в компании Amway упал. Вот. Но мы сейчас не говорим про какую-то именно компанию. Мы говорим сегодня в целом. И просьба какие-то компании или какими-то компаниями не манипулировать. То есть... Любая компания. Речь сегодня идет о разных компаниях. Потому что мы говорим сегодня о том, что во всех компаниях идет сегодня рост цены на любой продукт. Это хоть сетевая компания, хоть не сетевая компания. Вы заходили, смотрели, сколько стоит телефон ради интереса. Давайте уйдем немного от сетевых компаний и перейдем с вами на другие компании. Кто-нибудь смотрел, сколько стоит телефон? Сколько стоит? Поэтому все вы прекрасно понимаете, что марка, которая раньше стоила 20 тысяч, сейчас стоит 30-40 тысяч. Значит, цена выросла. Значит, товарооборот 100%, товарооборот именно по количеству телефонов там или порошков, или либо еще какого-то другого продукта упал. По денежному эквиваленту не факт. За счет того, что компании подняли цену, возможно, в деньгах товарооборот не упал, но в количестве клиентов упал. Вот о чем речь идет. Мы сейчас говорим про количество клиентов. И получается, что люди, которые строят сеть, количество клиентов уменьшается. Потому что кто-то уже задумывается не о покупке телефона, а о том, как одеть детей, как прокормить семью. То есть многие уже вот об этом задумываются. Думают о кредитах. Кредиты, кстати, выросли, да? В момент кризиса выросли кредиты. То есть все вы прекрасно понимаете. Вы взрослые люди, и вы это видите, да? Идем дальше с вами. И ситуация на рынке, конечно, не печальная. И мы с Брайаном Трейси об этом знаем, что ситуация сейчас как раз для того, чтобы мы с вами в момент кризиса увеличили свои доходы, в 5 раз,
Мы знаем, что цена на топливо растет. Мы знаем, что на сегодняшний день компании разные закрываются в странах СНГ и России. То есть много компаний уже закрылось. Европейских, китайских, американских, международных. На российском рынке и странах СНГ. И переехали на работу в Европу, либо в Азию. То есть многие компании свернули удочки. И получается, люди, которые развивали бизнес в интернете, либо на земле с этими компаниями, потеряли большую часть дохода. Потому что компания уехала в другое место. Правильно, а зарплату не поднимают, что характерно, пишет Александр с Москвы. Вот даже в Москве зарплату не поднимают. Теперь далее. И вот сейчас, узнав вот эту информацию, вы можете в первой части, вот здесь в Ютубе, которая занимает первое место среди 6 миллионов результатов и поиска, да, потом посмотреть. Там мы еще говорили про психологию, про то, что будет, как будет. Я сейчас повторяться не хочу. Вы просто потом часть информации вот в этом ролике посмотрите. После нашей встречи. А сейчас давайте обсудим приятное. Что такое приятное? Значит, исходя из всей ситуации, мы четко понимаем рынок. И мы понимаем, что в ближайшее время могут закрыться границы, могут произойти обвалы валют. Мы прекрасно понимаем, что многих компаний может просто не стать в интернете и на земле. Мы понимаем, что сейчас могут быть разные санкции, которые могут причинить большой вред семьям. И есть спасательный круг. Вот я сегодня хочу рассказать о спасательном круге. Кому хотелось бы послушать про то, что на сегодняшний день актуально, что на сегодняшний день точно даст вам деньги, то есть не сделает вас беднее, а минимум сохранит ваши деньги, второе, приумножит ваши деньги, у вас появится желание действовать, и самое интересное, вы будете полезными людям. Вот давайте вот об этом лучше сейчас как раз и поговорим. Значит, Брайан Трейси говорит, в момент кризиса необходимо людям давать возможность решения ситуации. И кто воспользуется вот этой возможностью и даст не просто телефон, не просто, к примеру, какой-то парфюм. Согласитесь, парфюм, он не дает денег, кто с этим согласен? То есть, если вы покупаете парфюм в магазине, он денег вам не дает. Он дает вам запах, он дает вам энергию от запаха, да? Но денег он не дает. Так вот, он говорит, что в момент кризиса выигрывать будет компания на рынке, которая дает антикризисное решение. То есть, что такое антикризисное решение? Это когда продукт, который ты покупаешь, дает тебе деньги. То есть, он говорит о том, что вам необходимо найти компанию, магазин, где люди тратят деньги, а эти деньги людям дают еще деньги. То есть простым языком, купив какой-то продукт, этот продукт должен вам давать деньги. И вы должны рассказать об этом наибольшему количеству людей. То есть вы должны рассказать об этом наибольшему количеству людей. Эти люди также воспользуются этим продуктом, этой услугой. И у них тоже вырастут доходы за счет вот этой услуги. Вы стали полезным людям. Вы людям дали антикризисное решение. Вы людям дали возможность. И вы в момент кризиса с этими людьми заработали первое деньги, второе сохранили деньги. Третье, приумножили деньги, и помимо этого также сделали много блага для людей. Теперь мы с вами идем далее, и давайте сейчас посмотрим следующий слайд. Следующий слайд, о чем он говорит? Он говорит, что цена на топливо растет. В мире
несколько миллиардов единиц техники. Кто с этим согласен? Что в мире несколько миллиардов единиц техники. В мире есть совершенно непохожая техника друг на друга. Это БелАЗы, это, значит, легковые автомобили, это также бензопилы, мотоблоки, мотокосы. Бензин, дизель, газ – это потребляемый ресурс, который потребляют люди ежемесячно, еженедельно, а иногда бывают компании, которые, например, работают ежесекундно. Например, кто знает, что такое БелАЗ, то БелАЗ на севере не выключают. То есть есть марка БелАЗов, которая работает 24 часа в сутки. Понимаете, да, о чем я говорю? И получается, все они расходуют определенное количество топлива. И теперь такой момент. Значит, это же большой ресурс. Если сегодня найти топливо, которое дает деньги, то есть человек пришел в магазин, купил топливо, и это топливо ему дало еще деньги, то это будет идеальная ситуация на рынке. Какой автолюбитель не хотел бы заправлять свой автомобиль каждый четвертый, пятый бак, чтобы у него был бесплатно? Скажите мне, пожалуйста. То есть выгодно, да, на сегодняшний день найти решение в виде для автолюбителей, для дальнобойщиков, для дизельных генераторов, для мотоблоков, для мотокос, для тепловозов. То есть покупаешь топливо, например, ты в магазине купил 1000 литров, а тебе дали, к примеру, за 1000 литров определенное количество денег. Но это же, вы скажете, невозможно. Вы скажете, это нереально, да? Такого не бывает. Вы знаете, в нашей жизни все бывает. И сейчас я вам представляю на рынке, внимание, вы первые об этом увидите, вы первые об этом узнаете. В момент кризиса мы делаем с командой «Успех вместе». Кто такая команда «Успех вместе»? Это люди разного возраста, это люди разных профессий, это люди, которые живут в разных странах, это наша команда. И мы предлагаем вам антикризисное решение и стать частью нашей большой команды по всему миру. Мы уже заработали разные суммы денег. Кто-то заработал несколько тысяч рублей, кто-то несколько десятков тысяч, кто-то несколько сотен тысяч, кто-то несколько миллионов, кто-то несколько десятков миллионов рублей заработал. И вот наша команда сегодня в момент кризиса знает, как зарабатывать деньги. И мы на рынок, внимание, и мы на рынок выводим российскую несетевую компанию. Внимание, запишите. Российская несетевая компания, которая представляет на рынке топливо ДАР. Что это значит? Успех вместе представляет топливо ДАР. Топливо ДАР — это самый безопасный катализатор для вашего автомобиля. 100% безопасно для двигателя. Срок доставки по России — это 1 дня. Произведено в России. Более 100 автовладельцев, тысяч довольны, или техники довольны работой топлива ДАР. Продукт засекреченный для оборонки, для государства. Сегодня этот продукт, формула этого продукта засекречена. Определенный компонент X. Это является ноу-хау. И вот об этой компании мы будем сейчас с вами говорить. И вот здесь вы видите, хотите увеличить свои доходы за 1 год несколько раз, станьте нашим партнером. Свяжитесь с нашим представителем для получения более полной информации или покупки продукции. И теперь смотрите, какой плюс. Давайте записывать. Российская компания плюс, несетевая компания плюс. Считайте, сколько плюсов будет. Российское производство плюс,
Регистрация бесплатная в компанию плюс сырье российское плюс разработки российские плюс грамотное руководство плюс обучающая система плюс щедрая партнерская программа плюс офис целый год бесплатно. То есть сайт компании бесплатно, регистрация бесплатно. Нет конкурентов на рынке. Плюс вы на сегодняшний день об этом узнали. Даже не первые, а самые-самые первые в зачатке. То есть мы сейчас говорим о том, что обо всем вот этом вы узнали даже не первые, а вы в зачатке, вы самые-самые-самые невероятно первые. То есть уже готов сайт, в марте будет запуск, Я вам сейчас показываю секретную информацию. Вот вы видите, уже готова для вас партнерская программа, сайт. Разные кнопочки вспомогательные, страницы захвата, все бесплатно. То есть это секретная информация. Далее. Идем с вами. Продукт в момент кризиса дает деньги. Это большой плюс. То есть люди не просто тратят деньги, а они приумножают свои деньги в момент кризиса. Это громадный плюс. Можно работать в интернете и на земле. Плюс работа с предприятиями. То есть можно работать с предприятиями. Плюс можно стать уникальным представителем в своих регионах, создав большой товарооборот. Плюс и можно говорить о многом. Но, ребята, лучше один раз попробовать и один раз увидеть, чем говорить. Правильно? И вот сейчас, пожалуйста, внимание на экран, потому что я хочу вам сказать ряд важных, моментов. И давайте с вами мы сейчас их обсудим. Смотрите, европейская компания может закрыться, китайская компания может закрыться, международная компания может закрыться. Мы не зависим от доллара, мы не зависим ни от какой валюты. Плюс, у нас крепкий рубль, у нас свое производство, свое сырье, свои патенты, свои сертификаты, свои разработки, свой маркетинг, партнерская программа. Мы работаем с сильными руководителями, мы работаем, получается, в правовом поле. У нас есть опыт в этой индустрии. И громадный плюс в этой индустрии, что топливодар, это продукт, который сегодня, вот так он выглядит, вот мы его видим, да, это продукт, который нужен сегодня многим. И хорошая новость, раньше на рынке были американские компании, европейские компании, японские компании, китайские компании. Они немного нашумели и бросили более 200 тысяч уже готовых, так как у них компания сетевая, дистрибьюторов. То есть они закрылись на рынке России, в странах СНГ, и 200 тысяч, более 200 тысяч человек, брошено на рынке в странах СНГ и России. Ребята, то есть готовый рынок брошенных 200 тысяч человек по России и странах СНГ, у них альтернативы практически никакой нет. Есть продукты старого запаса у них, есть продукты у них нового запаса. Но там продукт стоит, во-первых, в 2-3 раза дороже,
в 2-3 раза дороже. И работает на 25% менее эффективней. То есть 200 тысяч человек брошено. А теперь смотрите наш коленкор. И тут мы запускаем с вами топливо ДАР, реклама по РТ, реклама по НТВ, поддержка в журнале «Журнал за рулем», сайт, интернет-поддержка, ролики, промо-ролики, пресса, исследования, сертификаты. Представляете, какой тандем и мы с вами. Далее. Что мы должны понимать? Что люди, которые сейчас эффективно начнут применять то, что мы будем давать вам, правильные ролики делать, правильные встречи делать, то у вас денег в момент кризиса будет достаточно много, что есть такое выражение, просто что куры денег не клюют, да? То есть у вас будет очень много денег. Но нужно научиться преподносить. Вам нужно научиться, чтобы ваши ролики были вот здесь, на первом месте в YouTube, в социальных сетях. Вам нужно научиться делать вирусный маркетинг. Этому мы вас будем обучать. Мы вас этому будем обучать. Вот так. Далее, что мы понимаем? Владимир, я хочу вас обрадовать. Вы сейчас спрашиваете про Канаду и Америку. Вам сеть можно строить в странах СНГ и в России, потому что вы понимаете русский язык. Вам не обязательно продвигать эту компанию в Канаде либо в Америке. Но мы можем организовать доставку в вашу страну. Хоть в Америку, хоть в Канаду. Мы можем организовать доставку, только вопрос времени и товарооборота. То есть, чтобы делать поставку в Канаду либо в Америку, вам необходимо заверить нас, что у вас будут объемы большие. Потому что мы специально для ваших стран сделаем международные документы на ввоз в вашу страну. То есть, теперь смотрите, что получается. Что такое вообще топливо ДАР? Давайте с вами немного познакомимся. То есть, топливо ДАР представляет успех вместе. Самый безопасный катализатор для вашего автомобиля. Вы сейчас видите книгу. Вот эта книга. Книга из нескольких страниц. И вот эту книгу мы сейчас с вами прочитаем, изучим. Но сначала я хотел бы вам показать ряд слайдов. Ряд слайдов. И вместе с вами обсудить эти слайды. Вы не против? Давайте с вами с этого начнем. Значит, цена на топливо растет. Растет стремительно. Людей это пугает. Бензин, дизель, газ становится дорогим ресурсом. Как называется это, черное золото. И средняя цена в Европе от 50 рублей за литр топлива. Есть законы, которые говорят о том, что рост цен на топливо будет в странах СНГ и России. Внутренние факторы – это, значит, отсутствие высокооктанового топлива в наших странах. Экономические – это законы, повышающие акцизы, законы об обязательном страховании опасных объектов. Внешние факторы – это кризис стран и добычи нефти. Это вступление в ВТО, это внедрение стандартов Евро-3, Евро-4, Евро-5. Это постоянно, то есть такая вот сегодня проблема в России и странах СНГ. Это постоянно растущие цены на бензин, дизель, газ. В Киргизии 58 рублей стоит литр бензина. В Казахстане около 50 рублей. В России, в Владивостоке 50 рублей. В Якутске 50 рублей. В Иркутске около 35-40 рублей. То есть цена на топливо просто начинает людей пугать. Это низкое качество топлива на заправках. То есть на заправках сегодня подделывают топливо и добавляют вредные присадки. Добавляют дополнительное количество смол, серы, вредных компонентов.
То есть мы должны это понимать. Дефицит топлива хорошего в регионах очевиден. Об этом говорят по телевидению, об этом пишут в газетах, что машины просто глохнут, повреждаются от некачественного топлива. И чем плохой сегодня бензин, дизель, газ в России и в странах СНГ? Даже если вы заправляетесь на государственной заправке, то там топливо низкого качества. Следовательно, вы убиваете систему своего любимого автомобиля. Что такое система? У каждого из вас есть здоровье. И у каждого человека есть определенное количество жизней. Это называется биологические часы. Так вот, у вас биологические часы, а у вашего автомобиля механические часы. И, к сожалению, мы, сами же автолюбители, убиваем свой автомобиль, заправляя всякое говно на государственных заправках. Потому что там, помимо того, что топливо, которое выпускается, плохого качества, еще дополнительно на заправках заливают всякие присадки. И что мы видим? Мы видим, что если мы заправляем плохой вид топлива, то двигатель может остановиться, свечи менять придется чаще, топливная система может полететь. И что же делать, если вас достала цена на топливо? И что же делать, если вас сегодня не устраивает качество топлива? Вот давайте с вами сейчас мы это и обсудим. И тут приходит решение. Тут приходит решение в виде топлива DAR. В мире подобного ничего нет. Это большой плюс. Это большой плюс, и давайте мы с вами сейчас обсудим это. То есть первую сторону книги мы уже посмотрели. Это топливо DAR, это самый безопасный катализатор для вашего автомобиля. Я вам могу дать ссылочку, где вы сможете скачать дополнительно информацию. Информацию, значит, с этой книгой вы можете ее себе забрать и распечатать. В Израиле, представляете, 130 рублей стоит бензин. 130. И вот этот продукт в Израиле, это как манна небесная. Это как манна небесная. То есть это как спасательный круг. Представляете, 130 рублей бензин. И вот вам книга, вы ее можете скачать. Вы книгу можете скачать и ее распечатать у себя в странах, раздавать людям. Пусть люди читают, пусть люди смотрят. Следующая сторона. Мы здесь с вами можем почитать и посмотреть ряд информации. Давайте мы с вами это сейчас сделаем вместе и обсудим. Итак, топливо DAR. Топливо DAR. Это инновационная разработка для снижения расхода топлива. Российское производство. Рассекреченное производство, но не в массу, а только для нашего производства. То есть там определенный компонент X. Топливо DAR позволяет вам уменьшить свои затраты на автомобиль. То есть вы можете уменьшить свои затраты на автомобиль. И ваши покупатели, и ваши клиенты, и владельцы предприятий также могут это сделать. То есть что дает топливо DAR? Экономит топливо до 25% за счет оптимизации и перераспределения процесса горения топлива. До 50% снижения износа ЦПГ. За счет снижения образования абразивных структур при горении топлива. Идем дальше. На 300% увеличивается срок эксплуатации при горении активации активированного топлива. То есть катализатора. На 30% снижение расхода масла происходит. При регулярном применении возникает эффект раскосовки.
коксовки и восстанавливается подвижность поршневых колец. Дальше идем. До 10% увеличение мощности двигателя, до 25% экономия благодаря снижению затрат на свечи и материалы и прочее. До 15% экономия за счет безопасного перехода на бензин АИ-92. То есть вы можете смело перейти с 98-го, с 95-го бензина на 92-й, применяя топливо DAR. Это будет дополнительная экономия 15% за счет того, что детонации не будет. Дальше что мы видим? Топливо DAR — это самый безопасный катализатор для вашего автомобиля в мире. 100% гарантия возврата денег. Компания «Успех вместе» уверена в том, что вы будете полностью удовлетворены и насладитесь всеми преимуществами, связанными с использованием топлива DAR. Таким образом, мы даем 100% гарантию возврата денег для наших клиентов в течение 60 дней. То есть, какая компания может себе позволить, если вам не понравился продукт, в течение 60 дней вернуть? 100% вам идет возврат по гарантии. Возврату подлежит только первоначальная покупка за вычетом стоимости доставки и обработки. То есть какая компания в этом уверена? Естественно, только та компания, которая уверена в своем продукте. Топливо DAR — это продукт, который работает. Теперь далее смотрим. Топливо DAR. Почему топливо DAR — лучшее средство для экономии топлива? Давайте изучать. Простое применение без установки дополнительного оборудования. То есть вам не надо на сегодняшний день дополнительное оборудование. Идем дальше. Вот здесь я вижу в чате, для меня, конечно, это немного в улыбку. У нас новая машина, и муж боится разбавлять топливо DAR Лада Самара, полный инжектор. Для меня, вот если честно, это немного смешно. Сейчас я вам объясню почему. Пусть муж дальше боится заправлять автомобиль. Пусть он на заправке зальет некачественное топливо с присадками. Пусть потом ему производитель авто не выплатит гарантию. Потому что у любого производителя есть вот такая книжка. И я советую прочитать вашему мужу, там написано, если ваш автомобиль, двигатель, получит вред от некачественного топлива на заправке, то никакой гарантии вы не получите. То есть на заправке вы зальете топливо, у вас двигатель перестанет работать, и вам производитель не выплатит гарантию на ваш автомобиль. То есть это есть у любого производителя, любой марки, такая книжка. Так вот, я могу сказать одно. У меня несколько новых автомобилей. И я в первую очередь заправляю продукт топлива DAR. Вот здесь даже и написано. Топливо DAR подходит для любых марок, отечественных и импортных автомобилей, в том числе для гарантийных автомобилей. Топливо DAR продляет гарантию вашего автомобиля, потому что топливо DAR бережно заботится о вашем автомобиле, о вашем двигателе. И вот у меня два автомобиля. BMW 740 Li, длинный лимузин 2014 года. И BMW 750 Li, 408 лошадиных сил, черный лимузин. Так вот, в первую очередь, лично я заправляю топливо DAR для того, чтобы продлить гарантию своего автомобиля. То есть заправляю не для экономии, а в первую очередь, чтобы защитить бережно двигатель своего автомобиля. Двигатель стоит сегодня на вот такой автомобиль 1 300 000. То есть 1 300 000 стоит двигатель. И для меня, знаете, немаловажно не экономия топлива,
А для меня важно именно ресурс моего двигателя. И немаловажно то, чтобы автомобиль был, естественно, в хорошем состоянии. Идем дальше. Идем дальше. И вот здесь следующий момент. Следующий момент. Давайте откроем эту картиночку дальше. Написано. Что топливо DAR подходит для всех марок автомобилей. Топливо DAR защищает двигатель от некачественного топлива, препятствует возникновению нагара, уменьшает дымность выхлопа до 80%, защита экологии идет. Применим со всеми видами топлива, бензин любой марки, летнее, зимнее, дизельное топливо и газ. Бережно и безопасно очищает топливную систему, камеру сгорания, клапана и свечи. Полный пакет документов компания вам дает для того, чтобы вы пользовались продуктом, для того, чтобы вы продвигали продукт и для того, чтобы вы сотрудничали с разными предприятиями. Полный пакет документов. Первый пакет будет в течение 3 месяцев. Первый пакет будет в течение 3 месяцев. И второй пакет будет в течение года. То есть будет несколько пакетов документов, которые вам будут помогать в продвижении этого продукта на рынке. Вы можете участвовать на выставках, то есть вы сможете участвовать на международных выставках, на автомобильных выставках, на выставках, где есть спецтехника. То есть это большие деньги, это большие связи. Далее идем с вами. Вот на этом слайде мы с вами видим, для какой техники подходит топливо DAR. Чтобы вам было понятно, нет техники, для которой не подходит топливо DAR. Нет такой техники. Если есть камера внутреннего сгорания, если вы заправляете бензин, дизель, газ, значит топливо DAR подходит для этой техники. Легковые автомобили, спецтехника, сельхозтехника, пассажирский транспорт, грузовой транспорт, водный транспорт, железнодорожный транспорт, тепловозы, малая техника, мотики, байки, мотокосы, квадроциклы. В общем, все, что потребляет бензин, дизель, газ. Далее. Как применяется и работает катализатор горения топлива DAR? Какой у него состав? Давайте хоть немного об этом поговорим. Вообще топливо DAR это катализатор горения топлива нового поколения российского производства для бензина, дизеля и газа. Защита двигателя от некачественного топлива, увеличение ресурса работы двигателя и расходных материалов, экономия топлива до 25%. Давайте мы с вами сейчас об этом поговорим, как правильно пользоваться продуктом и из чего вообще состоит хотя бы немного продукт, да? То есть смотрите, топливо DAR выглядит вот таким образом. Также к каждой бутылочке идет вам буклет «Книга в подарок». Качество, конечно, компании, вот видите, все видно, да? Качество бумаги, что это не какой-то дешевый Китай или еще что-либо, что это все производится в России, что это все очень серьезно. Вот такие книги вы можете заказывать отдельно. Всего за 20 рублей одна штучка. С каждой бутылочкой одна книга идет бесплатно в подарок. Теперь смотрите, перед заправкой нужно хорошо встряхнуть. А состав, ну, могу честно вам объяснить, чтобы вам было понятно. Вот эта жидкость, в принципе, никакого значения не имеет. В этой жидкости есть подгруппа катализаторов, которая катализирует топливо. И за счет катализации топлива идет перераспределение процесса сгорания топлива. То есть здесь есть определенные компоненты, которые позволяют вам, вот если взять какие-то разные продукты, присадки, да, взять какие-то катализаторы, как они в основном работают? Они в основном работают через 3-7 баков. Люди заправляются,
Идет сначала чистка топливной системы, образуется каталитическая пленка, и после этого топливо сгорает. Это старая модель катализатора. То есть по такому принципу работают старые продукты. Вот этот продукт произведен в 2015 году. Он не новый. Он использовался для вооруженной техники, для предприятий десятки лет. То есть этот продукт не новый, он использовался для оборонки. Он просто доработан. Придумали его, это также между нами, физики, ядерщики и химики. Люди с генеральскими погонами на сегодняшний день. Часть из них еще живые. И эта разработка, как вы понимаете, она засекречена. Но у ученых есть голова, в этой голове есть формулы, и они улучшили старую версию по нашему спецзаказу. Все, чтобы вам было понятно. Этот продукт запатентован, его никто не сможет повторить. Даже если сделают спектральный анализ, они могут понять, какое количество, они могут понять определенные, какие компоненты входят. Но они не смогут понять, в какой последовательности, в каком количестве, когда нужно что смешивать. Понимаете, о чем я говорю? То есть повторить невозможно. У нас нет конкурентов. И вот принцип этого продукта, вот состав, да, вы будете смеяться, но здесь есть, к примеру, рыбий жир. К примеру, есть здесь оливковое масло. Это просто для состава. То есть это просто, чтобы была, ну, чтобы в бутылочке была жидкость. Вообще, чтобы вам было понятно, можно это всего лишь заправить. Можно просто взять шприц и вот этого шприца, вот этого катализатора, вот этого шприца можно сделать просто на 10 тысяч литров. То есть вот можно просто вот этого компонента X сюда добавить, и здесь будет на 10 тысяч литров вот в таком маленьком количестве. Вот и все. Естественно, вот здесь есть определенные компоненты, засекреченные. Это подгруппа катализаторов. Не один катализатор, подгруппа катализаторов. Что это значит? Это значит, что здесь есть компоненты, которые вы добавляете в топливо. И что потом будет происходить? Вот новая технология катализатора, как вот эти катализаторы катализируют топливо? Вот если в старых катализаторах каталитическая пленка образовывалась, то здесь вот катализаторы попадают в топливо. Я не химик и не физик, я говорю примерно вот образами. И там, знаете, вот как вот какое-то вот, как у ручки бывает шариковая ручка, есть вот здесь главное ядро, да? И так чук отваливается, и катализаторы они вот так в топливо уходят, так и вот так расходятся. То есть продукт мгновенно растворяется. Продукт мгновенно растворяется в топливе, но катализирует в течение 1-3 минут. И после этого происходит перераспределение процесса сгорания топлива, и продукт работает с первого бака. Если взять другие какие-то продукты, американские, германские, японские, то там надо было в среднем 5 баков проехать. Там надо было проехать в среднем 5 баков. Сначала происходила очистка топливной системы, образовывалась каталитическая пленка, и только потом шла экономия. То есть здесь уже сразу же заметно на первом же баке. Динамику заметно, двигатель работает тише, заметно. Экономия при правильном стиле езды заметно. Стиль езды улучшается, накат увеличивается. При морозах автомобиль лучше заводится, дымность уменьшается, сразу это чувствуется. Ну, у кого голова есть, у кого голова, а не репа. Потому что если репа, не поможет. У кого репа, сразу продукт не пробуйте. Вообще, у кого репа, этот продукт даже не предлагайте. Это продукт для людей, у кого есть голова. Вот честно вам говорю. Это уникальный продукт. Называется топливо «Да». Что это значит? Это значит, топливо, да, делает благо. Что этот продукт делает? Защищает экологию, чтобы ваши дети дышали свежим воздухом.
экономит ваши деньги, продляет срок службы вашей техники, увеличивает динамику автомобиля, улучшает стиль, качество езды, понимаете, другое становится. Ну, наслаждение от езды на автомобиле получается. То есть топливо дар – это большая философия. Помимо этого, вы можете дарить это людям. За счет этого вы будете получать деньги, потому что вы будете помогать людям решить проблемы. Вот. И по составу, да, вот так я вам рассказал, но это между нами. Чисто между нами. Значит, хорошо встряхнуть, потому что здесь есть подгруппа катализаторов. И вот осадок, если осадок получается, да, осадок, то это как раз подгруппа катализаторов. Просто она есть тяжелая, а есть легкая. Так вот, тяжелая подгруппа катализаторов, она может быть в виде осадка. Просто встряхнули перед потреблением и заправили. Вот так. Теперь смотрите на слайды. Давайте с вами посмотрим на слайды. И мы с вами обсудимся. Так, слайды включаю. И вот вы приехали на заправку. Топливо дар добавляете перед заправкой. Применяется непосредственно перед заправкой на АЗС. Либо в заправочный пистолет заправляете топливо. Либо заправляете горловину бака, откручиваете и заправляете в бензобак. Из расчета 1 мл на 10 литров топлива. Сейчас мы для вас первую партию даем по блату. В тестовом режиме вы можете уже делать заказы. Потом мы думаем, как улучшить производство. И дополнительно для вас смотрим варианты по дозировке. Мы ищем решение для вас. Например, есть бутылочка 250 мл. Она выглядит вот так. Она выглядит вот так. И вот здесь есть вот такой дозатор. То есть мы думаем о том, что возможно мы для вас сделаем бутылку 250 мл. 250 мл. И вот здесь у вас будет дозатор. Здесь будет 5 мл, 10 мл, 15, 10, 25. То есть вы приехали на заправку, вот сюда закачали определенное количество катализатора, заправили в горловину бака и поехали дальше. Либо в пистолет. Я в пистолет заправляю, мне в пистолет больше нравится. То есть мы думаем о том, как улучшить дизайн, этикетки на бутылке. Естественно, будут этикетки на бутылках. Мы думаем о том, чтобы были для вас дозаторы, чтобы это было удобно. Но опять же, на это надо несколько месяцев. Но вы знаете, что мы этим занимаемся, мы вкладываем в это, поверьте, немалую сумму денег. Вот. И мы думаем о том, чтобы компания выглядела достойно. Значит, дальше. Вы заливаете любое топливо. Бензин, дизель, газ. Идет его активация каталитической системы. Далее. Топливо полностью растворяется в любом виде топлива мгновенно. Активируется в течение 1-3 минут. То есть ждать на заправке не надо. Заправили и поехали. Идет увеличение мощности двигателя до 10% за счет того, что топливо, активированное катализаторами, имеет больше КПД при горении. Эффект экономии топлива, это очевидно, до 25% за счет оптимизации и распределения процесса горения топлива. Топливо, да, не теряет своих свойств, срок хранения несколько лет, и если вы заправили в автомобиль топливо ДАР, оно активировалось и простоял ваш автомобиль полмесяца, месяц-два, то топливо, заправленное катализатором, не теряет своих свойств. То есть, понимаете, если автомобиль длительно не эксплуатируется. Вот так. Идем дальше. И следующий слайд говорит о результатах людей. Мы по блату сегодня дали возможность людям заказать этот продукт до старта кампании.
То есть это вообще нонсенс. Ни одна компания в мире не дает возможности пользоваться продуктом для старта компании. Вы с этим согласны? Мы эту возможность дали. Наши партнеры уже пользуются этим продуктом. Уже приходят заказы, уже снимают ролики. А мы вам даем это для чего? Мы думаем о вас, мы думаем, чтобы вы стали первыми в ваших регионах. Чтобы вы первые стали в ваших регионах. Мы думаем о том, чтобы вы создали для себя уже задел. Мы хотим, чтобы у вас было преимущество перед теми людьми, кто это не сделал. И вы сегодня по блату можете заказать продукт в любую страну мира, заказав отдельно буклеты, заказав продукт. И уже наши люди, кто пользуется этим продуктом, уже, смотрите, получают продукт, уже снимают ролики, видите, да? Вот вы видите. То есть получают продукт, уже пользуются. Вот мы видим, да? Уже показывают этот продукт. Люди тестируют, вот мы видим, да, с вами ролики. То есть получается уже у людей на руках продукт, они уже заправляют свою технику, они уже пользуются. У них большое преимущество на разной технике. Результаты, конечно, впечатляют. Результаты впечатляют. Люди на сегодняшний день довольны. И вы можете заказать продукт по блату. Значит, по стоимости мы сейчас обсудим. Сейчас я еще вам дам немного результатов. Давайте посмотрим по результатам. И кто пользуется продуктом, друзья, в чате. Значит, я дам сейчас в чат первое. Вот где книжку скачать. Второе, я попрошу людей, кто пользуется продуктом, написать результаты на вашей технике. Многие просто шокированы. Так как продукт у многих работает с первого бака, то у людей появляется множество результатов. Пишите, друзья, свои результаты на разной технике. А я посмотрю, что здесь в книге говорится. В книге люди пишут результаты. Топливо Дар. Наиль Байбулов. Доброе время. У меня вот такой результат. По продукту получился, тестировали автомобиль Газель. Он нам возит товар в магазин. До продукта заправлялся 3 раза в неделю, а с применением нашего продукта заправился всего 2 раза. Одна заправка экономии. Двигатель работает намного лучше, как после ремонта. Результаты хорошие, все довольны. Иннокентий Корняков. Toyota Avensis 2005 года. Двигатель 1.8. Расход до применения был 11-12 литров. Сейчас 9-8 литров. Улучшилась динамика, чистая труба. Игорь Мишарин. Крузак сотка. Расход был 20 литров. Проверил продукт российского производства топлива ДАР. После применения расход стал 16 литров. То есть 20% экономии точно есть. Мощность увеличилась, двигатель стал работать тише. Из трубы выхлопы минимальны. Продолжаю пользоваться катализатором. Также мне интересен бизнес этой компании. Андрей Шаура. У меня в семье 2 автомобиля. Я сегодня вам их показывал. BMW 750 Li и BMW 740 Li. Продуктом пользуюсь исключительно для защиты двигателя, а также сохранения экологии. Заметил снижение расхода на 3-4 литра на 100 километров. Наилучшая экономия достигается по трассе. Рекорд 6,4 литра на 100 километров. Рекомендую всем. Денис Моисеев. Топливо ДАР. Значит, тестировал на автомобиле Mitsubishi Pajero. Дизель 2,5 литра. Экономия до 30%. Он пишет, составила 30%, то есть с 13 литров расход снизился до 9. Просто супер, я очень доволен, рекомендую. Вот результаты людей в чате. То есть, кто уже пользуется продуктом, вот увидите, Вячеслав Дроздов, Судзуки Лиана.
Больше 25% экономия. Труба чистая, детонации нет. Вообще. Увеличение мощности. Меньше давишь на педаль, продукт супер. Надежда Дручинина, продукт супер, экономия 3-5 литра на разных авто. Молодец. Станислав Синицкий, автомобиль Mercedes-Benz. Хэтчбэк, экономия топлива. Расход был 7,85, стал 6,28. 80 км в час ехал. Экономия 25%. Отлично. Валерий Капустин, Toyota Camry. Расход с 13-14 литров снизился до 9 литров. Отлично. Друзья, кто уже, кто еще пользуется, пишите. Валерий Винокуров, Renault Megane, турбодизель, экономия 6 литров упала до 5,3. Toyota Александр Сабанин, было 12 литров, сейчас 10 литров. То есть расход уменьшился. И теперь, кто получил уже сегодня продукт? Кто получил продукт, напишите просто «получил», и мы увидим напротив вас страна, город и флаг. Я знаю, что продукт стал уже приходить людям, в большом количестве люди стали получать с разных регионов. Вот вы видите, Краснодар, Ейск, Сергиево Посад, Москва, Краснодарский край, Киров, Кемерово, Барнаул, Чайковский, Алтайский край, Москва. Смотрите, сколько людей стали получать заказы. То есть все. Чебоксары, Санкт-Петербург. Супер. Вот мы видим Новосибирск. Смотрите, вот сколько регионов. Тобольск, Ейск, Ковалёрово. Белоруссия на днях придет продукт. Киргизия вот-вот должен прийти продукт. Получил Краснодар. Супер. То есть, видите, все люди, кто заказал продукт, либо получили, либо получают на этой неделе. То есть, имеется в виду, кто заказал ранее. Махачкала получил. Узбекистан ждет. Отлично. Пермь ждет. Казахстан ждет. Супер, молодцы. Вот посылки вам отправляются. Мне дали фотографии, вот видите, я вижу. То есть вот в таких коробках, пакетах к вам приходит продукт. Я знаю, что многие уже снимают разные ролики. Я также заказал продукт. Мне приходит продукт также, как и вам. Я ни в чем не отличаюсь от вас, также делаю заказы. И вот вы видите, коробочка приходит вот такая вот. И здесь лежит продукт. Здесь лежит продукт. Вот так. Буклет. Видите? То есть мне так же приходит, как и вам. Правда, я заказал пачку буклетов. Мне так выгодно. 20 рублей стоит буклет. Я заказываю много сразу. Сразу много заказываю. Видите? И раздаю людям. Я раздаю в БМВ-центре, раздаю, значит, общаясь с друзьями в кафе, раздаю продукт в банках. То есть я даю почитать. В банках, БМВ, везде, где бываю, в кафе и так далее, и так далее. Идем дальше. Если надежды нет в пачках буклетов, надо заказать. Один буклет стоит 20 рублей. Так, идем далее. Значит, роликов вы видите много. Люди записывают ролики, люди получают продукт. Это говорит о том, что компания честная, толерантная, люди довольны. Компания обязательства свои выполняет. Я даю вам дополнительные ролики, которые вам пригодятся. По продукту, вот один ролик, секундочку, вот второй ролик, вот третий ролик по продукту. Показывайте эти ролики, вот книга, можете скачать отдельно и распечатать. Сегодня также презентацию, вот эта вот старая презентация,
и сегодняшнюю тоже получите. Все, информацию вот эту дал вам, теперь как заказать и цена. Вот это немаловажный фактор. Если взять другие какие-то продукты, которые классом хуже, я знаю, что есть продукт в таблетках, стоит 2000 рублей без доставки от производителя от 800 литров. Есть 3000 рублей жидкость от производителя от 800 литров. То есть плюс доставку люди оплачивают отдельно. А у нас продукт стоит на сегодняшний день по России бесплатная доставка, это сейчас по блату. 1000 рублей уже с доставкой по России, плюс буклет в подарок и от 1000 литров. Смотрите, у нас от 1000 литров от производителя дешевле в 2-3 раза, и наш продукт эффективней на 25%. То есть наш продукт работает по большей части с первого бака. То есть наш продукт по большей части работает с первого бака. Это большой плюс. Многие сразу начинают замечать динамику, экономию. Многие начинают замечать разные возможности. Еще раз давайте посмотрим с вами на сравнение. На рынке есть разные продукты. Есть за 2000 международные от 800 литров. Есть в таблетках, есть жидкость за 3000 от 800 литров. Плюс доставка отдельно. Продукт у них работает в среднем с 5 баков. Дальше идем, мы с вами смотрим. Парханова, вы говорите маленько о другом. Как бы о китайском растворе. 5 мл 220 рублей. Как бы его в свободной продаже нет, поэтому мы про него говорить не будем. Идем дальше. И у нас продукт стоит 1000 рублей по блату с доставкой, с буклетом в подарок. Эффективность на 25% лучше. Последняя разработка. Вот. Далее. Можно также заказать на пробу. На пробу. Вот в таких вот шприцах. 3 шприца, каждый по 75 рублей. Но доставка будет за ваш счет. То есть вы можете заказать в шприцах 3 шприца по 75 рублей отдельно. Это будет 215 рублей плюс доставка. Но я рекомендую брать большой флакон. Вообще люди уже заказали. Напишите, друзья, кто сколько заказал. Я знаю, что есть люди, кто заказал 50, 40, 20. И правильно сделали. В Киргизию 70 заказали. В Киргизию 70 заказали, в Якутск 40 заказали, вон в Махачкалу 16, в Москву 25, в Пушкино 25. То есть люди сделали грамотный ход, в Белоруссию 11, видите, да? Отлично. То есть, потому что продукт придет, и люди его будут просить. Продукт продавать, внимание, продукт продавать, если взяли за 1000, меньше, чем за 1500 рублей нельзя. Минимальная цена для продажи 1500 рублей. Можно продавать и за 2000. Но минимальная за 1500 рублей. Далее, у вас предприятие купило 1000 баночек. Вы продали предприятию, допустим, за 1750. Значит, 750 тысяч рублей с продаж вы заработали. 10 бутылок продали, 7,5 тысяч рублей заработали с продаж. То есть хорошие деньги, согласитесь? То есть минимум 1500. Но можно продавать за 2, за 3 тысячи и так далее. Дальше идем с вами. По блату продукт можно заказать у эксперта. У эксперта. Также все вопросы вот здесь задайте. Вот здесь жмите кнопку «Создать аккаунт», кто с белым флагом. Кто хочет получить бесплатную регистрацию в компанию. Вот здесь жмите кнопку «Создать аккаунт», у кого белый флаг.
У вас появляется вот такая вот анкета. Вы заполняете данные все, все данные, и жмете создать аккаунт. И потом заходите вот по такой ссылке и вводите свою почту и пароль. То есть вы сегодня можете бесплатно занять позицию в компанию. Это только для тех людей, кто с белым флагом. Все остальные уже заняли. Кто с белым флагом, в чате поставьте цифру 5. Кто с белым флагом? Вот вам это надо сделать. А у кого флаг есть, вы уже в компании. У вас уже, вот Сергей, да. Сергей, да. Вот Денис, Константин. Вам нужно быть в системе «Успех вместе». Жмете кнопку здесь «Создать аккаунт», у вас появляется вот такая анкета, заполняете ее. Либо, кто уже зарегистрирован, заходите по старой анкете. По старой анкете. То есть все, мы с вами обсудили, бесплатная регистрация уже сейчас работает. В марте будет партнерская программа. Заказ по блату можно сделать сейчас у вашего менеджера. Вот здесь нажмите кнопку менеджер. Кнопку менеджер вот здесь нажмите. У вас откроется, вот здесь нажимаете эксперт. Здесь данные его, свяжитесь с ним по скайпу, по телефону. Он вам будет помогать решать вопросы. Но продукт сегодня вам в любом случае придется заказывать по блату у эксперта. Это человек, который поможет вам сделать первый заказ в ваш город и в вашу страну. Вот его скайп, вот его телефон. Работает он до 18:00 Москвы. До 18:00 Москвы. Возможно, сейчас тоже работает. Связывайтесь с ним. Делайте заказ. Я рекомендую заказывать побольше. Кстати, Хуршит, если вашему менеджеру не интересно, то вы идете к вышестоящему менеджеру и связываетесь с ним. То есть можете выше подняться, вам помогут. Итак, подвожу итог. Подвожу итог. 1000 рублей по России с доставкой сейчас. Это в виде скидки и блата. Далее, за границу. Все, кто заказывает 10 бутылок, вам доставка бесплатна. Также за границу одна бутылка плюс ваша доставка. Либо вы заказываете одну бутылку плюс ваша доставка, либо вы заказываете 10 бутылок плюс доставка бесплатно. Вот так. Поэтому, кто не смог, Надежда, еще раз пишите, очень много заказов. Очень много заказов. Прямо пишите, пишите, пишите. 1, 2, 3 раза пишите. Заказов очень много, и ваша задача, чтобы у вас был заказ. Вам надо обогнать других людей. Если вам не ответили, еще пишите, еще пишите. Ваша задача, чтобы у вас был заказ. Быть, чтобы первыми. Ваша задача, чтобы вам продукт пришел, чтобы вы сняли ролик. Ну и теперь самое главное. Самое главное. Подводим итог. Итак, вы не поверите, но это факт. Топливо, да. Единственный официальный представитель, кто может продвигать этот продукт, «Успех вместе». То есть уникальные права принадлежат команде «Успех вместе». Ни одна другая команда в мире не имеет права на рынке продвигать продукт «Топливо да». Мы эксклюзивные. Эксклюзивные с вами. То есть только мы имеем право это делать. Никто не имеет права. Это просто невероятная новость. Нам удалось договориться, и никто, кроме нас, кроме команды «Успех вместе», не имеет права в мире продвигать продукт «Топливо да». Дальше смотрите. Регистрация бесплатная. Офис компании бесплатный. Страницы захвата бесплатные. Помимо этого, что вы должны понимать? Партнерская программа чересчур щедрая. Партнерская программа чересчур щедрая. Смотрите, 1% от товарооборота всей компании делится между теми людьми, кто выполнит ряд определенных функций. То есть за весь товарооборот компании. Дальше, какие амбиции у компании? Компания планирует в первые месяца сделать товарооборот несколько миллионов.
Потом сделать товарооборот несколько десятков миллионов. Потом более 100 миллионов товарооборот сделать в месяц. И потом сделать товарооборот более 1 миллиарда в месяц. То есть у компании реальные планы сделать товарооборот более миллиарда в месяц. Российская несетевая компания, антикризисное решение, права на уникальность только принадлежат команде «Успех вместе». Никто, кроме нас, не имеет права это делать. Бесплатная регистрация. Офис целый год бесплатный. Страницы захвата бесплатные. Щедрая партнерская программа. Дальше. Смотрите. Чтобы получать деньги от партнерки, достаточно делать всего в месяц один заказ от 1000 рублей. Ребята, то есть, чтобы получать деньги от партнерки, достаточно всего лишь в месяц сделать заказ на 1000 рублей. Никто такое не предлагает на рынке, только мы это можем предложить. Теперь далее. Офис у вас бесплатный. У вас страницы захвата в интернете работают бесплатно. То есть вы сделали статусы. И если вы не сделали заказ, у вас все равно страницы захвата работают, и в компанию через вас идут регистрации. То есть даже если вы не сделали заказ, компания вам не закрывает офис. Страницы захвата бесплатные, магазин бесплатный, то есть ваши страницы будут работать. Даже если вы не сделали заказ. Но если вы хотите получать проценты, вам надо один раз в месяц покупать всего лишь от 1000 рублей продукт. Дальше идем. 1% от товарооборота всей компании и 1% от товарооборота вашей глубины. Ребята, за любую глубину 1%. За любую, вы не поверите. За миллионную, за тысячную. То есть вы как создатель сети, это франшиза, это не сетевой маркетинг. Вы получаете право за любую глубину. Дальше. 1% железно идет за любую вашу глубину не в виде денег, а в виде подарков. То есть компания специально 1% от вашего товарооборота откладывает вам, чтобы раз в полгода, либо раз в год сделать вам какие-то подарки. Поездка за границу, ноутбук, планшет, телефон, поход в театр. То есть подарки будут индивидуально дариться под каждого лидера. То есть будет работать специальный отдел с лидерами, который индивидуально будет рассматривать, какой подарок вам подарить. Итак, 1% за товарооборот всей компании, 1% за любую глубину вашей структуры, 1% в виде подарков за вашу глубину. И теперь нонсенс. То, что я сейчас вам покажу, вас заставит задуматься. Во многих компаниях платят деньги от баллов, от товарооборотов. Наша компания платит вам от денег. То есть вы будете получать от денег. От денег вы получаете деньги. То есть у нас товарооборот не в баллах, а в деньгах. В других компаниях, во многих, платят от баллов. Тем самым вы получаете гораздо меньше денег. Теперь смотрите. Есть компании, где, например, платят проценты за разницу линий. Например, у вас 9%, а у человека 6%. Вы получите 3% от структуры. Но бывает у вашего человека вы 9, и у вашего человека 9. Вы получите 0. А бывает, значит, вот такая вот есть компания. У них 300 баллов слева, 600 баллов справа. $1800 примерно это тратится, и они получают $35.
То есть, чтобы вы получили деньги, вы должны сделать 300 баллов слева, 600 баллов справа, это $1800, и вам 35 баксов только дадут. А если у вас вот здесь будет 100 баллов, а здесь 600, вы получите 0. То есть опять ваши деньги пропали, как и вот в этом случае. Есть компании, которые, например, глубина там, знаете, бешеная. У вас здесь 100 баллов, а здесь 1 000 000 баллов. И толку? Вы не получаете денег. То есть опять все баллы уходят не к вам, они хоть есть, но вы денег не получаете. И вот наша компания, это не сетевая компания, и поэтому у нас, естественно, плюсы. И по большому счету, давайте честно смотреть. Есть такое понятие, как первая линия, и есть понятие, как глубина. По большому счету, выглядит это вот так. Как правильно фигура называется? Параллелепипед, да? То есть получается, смотрите, первая линия у вас 10 человек, 20 человек, 100 человек. Но очень редко бывает, когда у вас глубина бывает ниже 6. Когда вы строите бизнес какой-то компании, очень редко бывает, что у вас глубина ниже 6, согласитесь? В основном это люди, которых вы знаете. То есть вы зарегистрировали людей в первую линию, вы их знаете. И в основном это люди, которые вот здесь. С первой по шестую линию. Первая, вторая, третья, пятая, шестая. И очень редко появляются у вас люди в восьмой линии, в девятой линии, в сотой линии. И бывают компании, например, которые вам говорят, вот вы получите 10% по 1% с каждой линии. Но у вас десятой линии фактически нет. У вас девятой линии фактически нет. То есть вы не видите эти линии, у вас до туда не доходит бизнес. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вроде компания вам дает 10% на 10 линий, но у вас нет 10 линии, нет 9 линии, нет 8 линии, нет 7 линии. Их просто нет, вы деньги за них не получаете. И тем самым идет уже не 10%, а тем самым идет 6 здесь и 4, которых вы не получили. То есть получается очень много денег уходит от людей. Очень много. Вы их фактически не видите. А еще есть ряд других моментов по вот этим всем системам. Мы вам даем уникальную возможность. То есть мы вам даем деньги там, где они должны быть. Смотрите. Мы вам даем, получается, если мы вот сюда посмотрим, компания дает 3% вам. Вы в любом случае получаете их за любую глубину, да? Второй момент. Компания дает, вот если вы сюда посмотрите, 1 плюс 1 плюс 1, вы уже получаете 3% с любой глубины. Вы уже получаете 3% с любой глубины, представляете? За любую глубину. Дальше 30% компания дает от денег в 6 линий. Первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия, пятая линия, шестая линия. По 5%. С каждой линии за любую покупку, хоть первая, хоть вторая, хоть третья. И не надо выполнять какие-то ранги. То есть вам не надо выполнять ранги. Например, есть компании. Станешь бриллиантом, будешь получать шестой линии 2%. Станешь там, допустим, жемчугом, будешь с пятой линии получать 2%. Есть такие компании. А чтобы стать жемчугом или бриллиантом, это нужно на королеве Англии жениться. Понимаете, да, о чем я, друзья, говорю? Получается, фактически люди денег-то не видят. Им заявляет компания о больших процентах, но все проценты, они уходят красиво мимо кассы. Мимо кассы все проценты уходят. То есть заявляет компания красиво, там, дома, замки, там, машины. И люди-то денег этих не видят. Все деньги остаются в компании. И поэтому мы работаем для людей. И то, что вы сейчас видите, 3% за любую глубину ни одна компания в мире не платит. С этим все согласны? 3% за любую глубину ни одна компания в мире не платит. Дальше.
30%, 30%, 6 линий по 5% за любую покупку и без разницы, есть у вас ранг, нет у вас ранга, достаточно покупать на 1000 рублей, достаточно покупать на 1000 рублей каждый месяц. Все, не надо никаких рангов. Это не сетевой маркетинг, ребята. Просто активный, просто делаешь бизнес, создаешь сеть. И вот здесь Россия вперед! СНГ вперед! Русскоговорящий мир вперед! Мы наконец-то получили то, о чем говорили с большой сцены. Мы наконец получили возможность уникальную. Мы наконец будем жить так, как должны жить за свой труд. И теперь смотрите, плюс вот этих 30% живых денег, 3% здесь это дополнительно, бонусами, и 30% сеть еще дополнительно. То есть вы пригласили в первую линию, неважно, 100 человек, 500 человек, а они пригласили во вторую, в третью, в четвертую, в пятую, в шестую линию. И у вас получился параллелепипед. И человек у вас с шестой линии покупает на миллион, вы получили 50 тысяч рублей. Человек у вас получает, в третьей линии покупает на 100 тысяч, вы получили 5 тысяч рублей. Человек у вас во второй линии покупает на 10 тысяч, вы получили 500 рублей. Кто-нибудь понял смысл? За любую покупку, в любой глубине, за любую ширину, с первой по шестую линию, живых 5% денег от любой покупки, постоянно, ежемесячно, еженедельно, ежесекундно. Не надо никаких рангов, не надо ничего подтверждать, достаточно делать один заказ, и вы в теме. Ну и теперь подводим итог. Теперь подводим итог. Заказ можно по блату сделать сегодня, завтра у эксперта. Вот его скайп, телефон, количество по блату ограничено. И сверх, ребята, охрененная акция. В марте компания вам дает возможность. Первое. Бесплатная регистрация. Раз. Бесплатный офис. Два. Бесплатные страницы захвата. Три. Бесплатные презентации. Четыре. Бесплатные тренинги. Пять. И самое главное, что я вам хочу сказать, услышьте меня. Заказ одной бутылки будет 1000 рублей плюс доставка за ваш счет. Доставка стоит от 250 рублей, смотря в какую страну. И далее, до 1000 рублей, да? Теперь дальше смотрите. Компания делает вам акцию. Можно будет брать не одну бутылку, можно брать будет две бутылки, три бутылки, да? Но также компания вам дает на старте пакет 12 бутылок. Ровно на один год активность, автошип на один год. И доставка бесплатна. То есть, если доставка, допустим, стоит 500 рублей в месяц в среднем, то вы за год экономите 6 тысяч рублей на доставке. Компания вам посылает бесплатно. То есть вы берете один пакет на год. У вас целый год, то есть целый год активность, 12 месяцев. У вас продукт пришел одним заказом, бесплатно, плюс 12 буклетов. И вы целый год активны. И каждый месяц одна бутылка, 1000 распределяется на каждый месяц на активность. Вот такая супер новость. Вот такая супер новость, это просто нонсенс. Целый год вы будете активными, 6000 рублей сэкономите на доставке. Смотрите, 6000 рублей сэкономите на доставке, да? 6000 рублей на доставке сэкономили раз. Целый год активны два. Плюс у вас 12 буклетов и 12 продукта на руках. Продали продукт, еще купили 12 бутылок. Еще бесплатная доставка. Продали продукт,
Еще 12 бутылок купили, еще бесплатная доставка и так далее. Друзья, у нас по топливу проходят презентации два раза в неделю. Следующая презентация будет во вторник в 14:00 Москвы на портале и в четверг в 19:30 Москвы. Сейчас связывайтесь с менеджерами, связывайтесь с экспертами, задавайте им вопросы. Мы идем верным путем, мы идем верным путем. И у нас светлое большое будущее. Продукт работает, компания работает, деньги будем получать в России на банковскую карточку, Сбербанка. Ха, классно, классно. На международные переводы посмотрим Киви, Яндекс, какие-то другие варианты. Всех люблю, обнимаю.